За круглым столом собрались депутаты Госдумы, представляющие Ульяновскую область, а также члены регионального правительства. Темой для разговора стала реализация послания президента и итоги дней Ульяновской области в Совете Федерации. Губернатор поблагодарил депутатов за поддержку проектов региона и привлечение в областной бюджет федеральных средств. Напомним, речь идет о 7 миллиардах рублей. Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет составил 3 миллиарда 218 миллионов рублей. И это существенно выше, чем было год назад. В ближайшее время в Совете Федерации сформируют постановление по итогам Дней Ульяновской области. Речь идет о 13 проектах с общим объемом финансирования в 50 миллиардов рублей. Все эти инициативы представили ульяновцы в Москве. Поэтому каждый депутат сегодня получил направление, где он может принять свои силы, но и мы все в одной семье, естественно, будем помогать друг другу, чтобы все вопросы, которые сегодня губернатор перед нами поставил по Ульяновской области, мы будем выполнять и будем работать на благо Ульяновской области. Каждый из проектов будут курировать депутаты Госдумы. К примеру, член Комитета по образованию и науке Григорий Балыхин возьмет под личный контроль строительство школ и детских садов в районах области. Для меня важно то, что мы должны взять на контроль строительство двух школ на 1400 мест. Это 1,5 миллиарда рублей. Это одна школа в Новоспасском районе, а другая в Димитровграде. Сергей Маринин и его коллеги по фракции ЛДПР возьмут на контроль строительство левобережной развязки президентского моста. На это направят 3 миллиарда рублей. Также в их ведении будет модернизация очистных сооружений в Димитровграде. На это направят около 250 миллионов рублей. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.